Медицина у нас, если не пришел в себя, это отдельный случай, конечно. Я обожаю нашу медицину. Мне тут случай рассказали, ну, медсестра орет на больного. Больной, проснитесь! Проснитесь, больной! Больной, проснитесь! Он, ну что, что случилось? Я вам снотворное принесла. Это ж надо выжить от такой медицины. Или другой случай, стук в дверь, в палату, в больничную, стук в дверь, тук-тук. Войдите, говорит больной с койки. Заходит медсестра, решительным жестом откидывает одеяло, берет бритву, выпрямляет ему лобок, переворачивает его, ставит ему клизму, обратно переворачивает. Он ошарашенно на нее смотрит, говорит, можно один вопрос? Да. Зачем вы стучали? Или другой случай. Медсестра у своей коллеги спрашивает, это тоже мне рассказали. Медсестра у коллеги спрашивает, значит, слушай, а как правильно писать, Клава, скажи, как правильно писать, выздоровела или выздоровила? Ой, Господи, Галь, пиши не сдохла. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.